Та він Бахтале Ромали. Я Маша, задніпрянка. Хочу обратиться ко всьому циганському обществу. По поводу всей нашей сложившейся ситуации, я думаю, что уже знают все. Но хочу обратить внимание на то, что да, сейчас сказали о том, что я платила кому-то 2 миллиона, чтоб меня убили, и моих детей, и всех моих близких и родных до завтрашнего дня. Если я кому-то платила 2 миллиона и ради Зубаровне, или кто-то из моей семьи, или мои сваты, или кто-то из моих родных и близких. Такого разговора никогда подобного не было и не может быть. Мне не за что кому-то что-то платить. Те аван сара состој бахтали, саренги бах зор са сцепе. А несколько минут назад мне стало известно, что Шахид, который говорил со мной в диалоге, и запись которого я предоставила всему народу, что он мне предложил, что какие-то люди, назвал их имена, требуют 2 миллиона за решение вопроса, и потом они извинятся. Он сейчас начал переворачивать ситуацию и говорить какую-то грязь на меня. Итак, Амэ Сарэ Рума, аки ангел Саро Свето, тен Сарэ Састэ Бахтале, мангав Сарэнги, ты дав Суля, ты хав Суля ангел Сарэнде, и ты пенал, аки уважаемый Румалы. Вот, пенал Туминги, ангел Девлисты, кай никана мы напылем, не еклав, кошахидо, кай мы лилем 2 миллионе, манушенде. Аки Ромала, ты марал ману дел, мири порода, мири семья. Та не вал манги бах, та ла чипе, да мири джипе. Так. Если мы льем, а да ману шендер 2 миллионы. Если он манга дене 2 миллионы. Или мы лейдер, ман льем 2 миллионы. И если я сказала Шахиду, что я взяла, брала или приняла 2 миллиона, чтобы меня Бог наказал. Меня и мою семью. Если я Шахиду сказала, что я обратилась к чеченцам. Это Шахид сказал мне, что люди, которых называют братьями, предложили 2 миллиона, чтобы мои люди и я отдала, для того, чтобы люди извинились и убрали видео. Что если я хоть слово обманываю, чтобы меня эта икона побила, и чтобы несчастья не было в этой жизни. Я благодарю за понимание, Шахид, а с тобой, дорогой, другой будет разговор, отдельный, за твой обман. Мы с тобой пообщаемся. А отказываться, Шахид, от своих слов, это недостойно. Это не мужской поступок. Ты сначала говоришь, делаешь предложение, а потом ищешь причину, почему ты сделал. Да будь достойный мужчины. Не забывай, сколько мы для тебя сделали, братик, когда тебе было тяжело. Вот, я вам говорю всем, уважаемые румалы. Вот, ангелу Делпхенам, что в этой ситуации я для того, чтобы спасти цианскую семью от беспредела, и девочке сохранить жизнь. Чтобы девочка жила с миром, Масхариаса, Делореса, Депески Ирии. Куда она вышла замуж? Саренгибазу Састипетен, Бахталы, благодарю за понимание.